Так, что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми их. Это твои? Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Вот цели. Лучше не спеши, но и не тяни, дел у нас полно. Патроны. Стой на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Давай, быстрей. Время выходит. Молодец, Шей. Так держать. Ты молодец, Шей. И плюнь на насмешки. Все желают тебе только добра. Давай, иди. Давай выпьем вечером. Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дама. Не забывайся. Я учитель и твой шанс. В чем-то я с тобой согласен. Чем займемся? Узнаем сотню способов убить. Вы двое! Что ворон считаем, следите за шеем. Можешь сделать это незаметно. Отлично.
Ты удивил меня. А, стог сена, ну конечно. Спрячься и жди, когда цель подойдет ближе. А ты молодец. А ты, похоже, знаешь, что нужно делать. Шей, самое главное – затаиться. Умей выжидать, и все получится. Я все вижу! Лучше, чем я ожидала. Ты впрямь чему-то научился, Шей. Только не надо задирать нос. Шей, идем. Будем учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. Пора на охоту. Сосредоточься, чтобы найти добычу. Не убивай напрасно. Используй дары природы с умом. Да, теперь используй то, что ты смог добыть. Thank you.
Держи пистолеты под рукой. Ахиллесу есть что тебе показать. Cheer, friend. Говорят, ты стал отличным стрелком. Щедрый подарок. Спасибо, наставник. Мой корабль ждет, Ахиллес. Народ Гаити будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернешь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать его. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придется тебе, друг. Прощай, Адевали. Тот, кто владеет артефактами, может попасть в святыни предтеч. Не вернем их? Опасность грозит всем. Thank you.
Куда? Куда ведет след тамплиеров? Лайм, чтобы ты отдался на волю случая? Не ерничай. Поле боя выбираем мы. И где, как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Только одна зацепка. Надеюсь, она приблизит нас к артефактам. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручить тебе. Найти то, что украли у Макандалиша. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи и манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это покажем. Сделай это для всех нас, и увидишь, как все изменится. Лайм, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записывает, подсчитывает, собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Лайм, и вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и в других частях. Как своего любимого сына? У него только один сын. Коннор. Значит, как наследник. Коннору отойдет дом, а тебе звание. Увидим. Как скажешь, принц-реген братства ассасинов. Еще раз так назовешь, за борт выкину. Поймай ветер! На мачты, отдать гроб! Нари! Спусти паруса! Так паруса убрать! So I kissed her hard in proper, before her flashman came, and very well me bowed. Бросить якорь!
Сотня! Yeah.
Thank you.